Я
Я. 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 А кто? Кто я? Почему я? Зачем я? Какая я? Какая я? Я как? Это по-детски. Иногда определенно как, и иногда в мелочах, иногда оформленная такая куча. Но кучу все-таки стараюсь убрать не потому, что надо, чтобы самой не воняло. Что я делаю? Делаю ли я хорошо? Делаю ли я хорошее? Что я умею делать? Умею ли хоть что-то? Умею ли хоть что-то? У меня за душой не гроша, у меня за душой душа. От нее на лице улыбка, это мало? Это от мамы. Это вам. Я отдам. Я отдам, что умею и чего не имею, потому что я здесь. Потому что я сейчас, потому что душа есть. А откуда она взялась? Сколько тысяч лет, сколько тысяч людей, сколько тысяч раз выбирали тот путь, чтобы я оказалась здесь. Чтобы доставить меня через время и пространство именно сюда, именно к вам. Они доставили меня на эту сцену. Мне никогда не рассчитаться за эту доставку. Я не рассчитываю рассчитаться за эту любовь. За эту любовь, что научила меня смотреть, я смотрю, да. Я смотрю на облака и пропускаю автобус. Но если я не посмотрю на облака, я пропущу облака. Я смотрю, нет, я вижу. Я вижу объявления. Я вижу, что по городу расклеены призывы. Призывы к уничтожению. Призывы к уничтожению тараканов и клопов. Я поднимаю руку, закрываю часть, и остается только унижение клопов. Представляю, как в дом клопа заходит дезинсектор и начинает. Ну ты клоп даешь маленький, но вонючий. А клопу что? Клопу больно, он же живой. Вот он в ответ кусаться и начинает, и больно двоим, больно. Но, то есть есть, есть но, которое остановит боль. Так может это но в том, что если бы мы никого не уничтожали, никого не унижали, они бы им не кусались, и им бы не было больно, нам бы не было больно. Зачем город обклеен рекламой уничтожения? Давайте рекламировать созидание. За этим я здесь, за этим я сейчас, за этим я в театре, за этим театром. Чтобы созидать, чтобы молиться, чтобы не делать больно, чтобы любить. Я люблю. Я люблю театр, мне важно работать в театре, и не важно, какой город будет вокруг. Главное, чтобы был воздух, чтобы была вода, чтобы был парус. Потому что люблю парусный спорт. Я и город выбирала так, чтобы там были две любви, театр и парус. У меня две любви, две. Или одна. К людям. Я люблю людей. Люблю ли? Вопрос. Но театр это про людей, и парусный спорт про людей. Про людей, про связь между людьми. Мы связаны идеями, азартом, любовью. В театре артисты связываются друг с другом. Артист связывается с вами, со зрителями. В парусном спорте есть такое понятие, связанные яхты. Когда яхты подходят слишком близко друг к другу, то они связываются. И на них начинают действовать другие правила. Но ведь и в жизни, если кто-то становится для нас ближе, он по-особому связывается с нами. И на нас вместе действуют уже другие силы. То есть... мы с вами связаны. Связаны. То есть ограничены. Нас связали, нам не вырваться. Воздуха, воздуха нет. Связаны это не про ограничения, это про свободу. Потому что это свобода выбирать, с кем связаться. С кем, как и что вязать. Поэтому я здесь и сейчас связана с театром. Связана с вами. Это выбрала я. Это выбрали вы. Это выбирали поколения и поколения до нас. Я. С чего бы начать? Я — это я. Я сын, я брат, я дядя. Можно сказать, что я отец. Я солдат, ученик, учитель. Я любящий, я любим, я человек. Homo sapiens, homo ergaster.
человек работающий. Я строитель, я танцор, я актер. Тот, кто читает пьесы, тот, кто играет, тот, кто примеряет образы. Так вот, мой герой из пьесы шаманов, вампилов из Иркутска. Я из Иркутска. Я знаю, что такое шаманизм. Мой герой шаманов. Как много-то случайностей. Случайности не случайны. Значит, это подсказка мне, актеру, чтобы я что-то понял через Шаманова, через Вампилова, через театр. Так кто я? Прийти к театру не так просто. Прийти к театру осознанности. Мне кажется, нужно прожить сначала целую жизнь, прежде чем прийти в этот храм, в эту цитадель, в это особое место, где ты можешь быть кем угодно и в то же время быть никем. Я был в армии, хотел остаться по контракту. В меня стреляли через 2 бронежилета, пуля застряла во втором. 2 здоровых взрослых офицера просто стояли и ржали в этот момент. И вот я служил, думал, месяц отдохну и вернусь, буду служить дальше. Но когда я подошел к военкомату, я остановился и понял, что нет, сюда я больше никогда не вернусь. Ты можешь пройти через многое и не понять простых вещей. А порой достаточно одной ошибки, чтобы понять многое, понять себя. К пониманию себя ты идешь всю свою жизнь, но ты можешь не понять себя, не понять других. Так и во многих вещах нет понимания, но пойми хотя бы, кто ты, кто я. Я сын, я брат, я дядя. Можно сказать, что я отец, я солдат, ученик, учитель, я любящий, я любим. Я человек, homo sapiens, homo ergaster, человек работающий, я строитель, я танцор, я актер. Мне пришло задание, монолог на тему «Я». Я долго думал, кто я, и дал себе такой ответ, свой ответ. Я – это здесь и сейчас. Я – то, что вы чувствуете. Я – то, что вы видите. Значит ли это, что я готов отказаться от себя? Да. Это значит, что на час, на 2, на эти 40 минут, пока идет спектакль, отказаться от себя. От себя отца, от себя работающего, от себя, который любит, от себя, который любим, который брат. Чтобы стать кем? Чтобы стать кем-то здесь, на которого вы пришли смотреть, чтобы понять, что-то понять, чтобы вы поняли, кто вы. Да, увидеть красивое, эстетичное, да, но нет.
Ходите в театр, чтобы почувствовать себя живым. Потому что здесь жизнь может быть настоящей. Но если жизнь не случится, не будет настоящая, если артист врет. Но зачем врать в храме? Невозможно врать в храме. А театр — это храм, 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 театр для актера — храм. Священнодействуй или убирайся вон, сказал Щепкин лет 200 назад. Значит, артист молится. Молись или убирайся вон. Значит, когда артист молится, случается жизнь, за которую приходите вы. А если артист совершает ошибку и не молится? Артист, выходящий за зарплату. Артист, которому не верите вы, у которого нет веры. Артист-атеист. Но вы же пришли смотреть, как артист молится. Как артист набирает высоту, как умирает артист и рождается герой. Как герой живет, как герой ошибается. Ошибается. А какая у ошибки цена? Какая цена ошибки у хирурга? Жизнь. Какая цена ошибки водителя? Жизни. Какая цена ошибки электрика, пилота, архитектора, сейсмолога? Жизни, жизни, жизни. А если ошибся артист? Что? Ничего? Плохое настроение? Да. Испорченный вечер? Да. Убитое понапрасну время? Да, но нет. Ведь если я каждый вечер убиваю время, значит, я убиваю себя. Значит, цена моей ошибки – жизнь. Моя жизнь. Если вы пришли за жизнью, а жизни не случилось, не случилось вдохновения. Вдохновение. То есть нового вдоха. А если мы не дышим, мы умираем. И умирают не на сцене, умирают в зале. Умирает хирург, умирает пилот, умирает строитель. Кто-нибудь, пожалуйста, искусственное дыхание. Искусственное дыхание. Дыхание искусства. Мы же уже связанные лодки. На нас действуют другие правила. Значит, цена ошибки артиста – непробужденный зритель. Непробужденный талант, но ведь хирург без таланта – мясник. Значит, цена ошибки артиста – многие жизни. Зачем вы ходите в театр? Чтобы пробудить талант, чтобы не убивать время, чтобы жить. Чтобы ваша жизнь наполнилась, преобразилась. Да, еще. Сейчас мы попробуем одну мизансцену. Эта сцена из пьесы, наши голоса уже записаны. Мы потом вам все объясним, а сейчас просто посмотрите, просто отключитесь. Как говорил один драматург, данные изъяты. Херли, понимать, ощущай. Попробуйте не понимать. Попробуйте ощущать. Вот я все хочу спросить тебя. Зачем ты это делаешь? Вы про палисадник? Зачем я его чиню? Да, зачем? Разве непонятно? Непонятно. И вы, значит, не понимаете. Меня все уже спрашивали, кроме вас. Я думала, что вы понимаете. Нет, я не понимаю. Но тогда я вам объясню. Я чиню палисадник для того, чтобы он был целый. Да. А мне кажется, что ты чинишь палисадник для того, чтобы его сломали. Я чиню его, чтобы он был целый. Зачем, Валентина? Стоит кому-нибудь пройти и... И пускай. Я починю его снова. А потом? И потом. До тех пор, пока они не научатся ходить по тротуару. Напрасный труд. Почему напрасный? Потому что они будут ходить через палисадник. Всегда. Всегда? Всегда. А вот и неправда. Некоторые, например, и сейчас обходят по тротуару. Есть такие. Неужели? Да. Вот вы, например. Вы всегда обходите по тротуару. Я? Ну, не знаю, не замечал. Во всяком случае, пример неудачный. Я хожу с другой стороны. С другой стороны. Но и с этой вы тоже ходите. И всегда вокруг. Да. Ну, значит, мне просто лень нагибаться. Мне лучше обойти, чем нагибаться. Нет, Валентина, ты зря стараешься. Неправда. Вот и все. Много ли здесь труда, и все на месте. И ограда целехонька. Неужели вы не понимаете? Ведь если махнуть на это рукой и ничего не делать, то через 2 дня растащат весь палисадник. Так оно и будет. Неправда. Увидите, они будут ходить по тротуару. Ты возлагаешь на них слишком большие надежды. Да нет же, они поймут, вы увидите. Должны же они понять, в конце концов.
Я посею здесь маки, и тогда... Нет, Валентина, напрасный труд. Вот видишь, говорю тебе, это напрасный труд. Послушай, оказывается, ты красивая девушка. Не понимаю, как я раньше этого не замечал. Брось ты эту калитку, какая ты упрямая. Ну что там, помочь тебе? Если хотите, подержите ее, да, так. Держу. Не опускай голову, ты же не видишь, что ты делаешь. Спасибо. С этой калиткой не так-то просто. Другой раз легко, а сегодня что-то не получается. Да, в самом деле. Странное сегодня утро. Вижу тебя целый год и только сейчас разглядел. По-настоящему. Я должен тебе сказать. Не надо. Ты лишаешь меня слова. Почему? Потому что вы надо мной смеетесь. Смеюсь? Нисколько. Я говорю серьезно. Ты красивая, Валентина. Что в самом деле смешного? Ну вот, и уже и покраснела. Нет, нет, не опускай голову. Да я на тебя полюбуюсь. Я давно не видел, чтобы кто-нибудь краснел. Подожди. Подожди, Валентина. Удивительное дело. Мне кажется, что я вижу тебя в первый раз. И в то же время... Послушай. К чему бы это? А, Валентина, а почему ты не в городе? А разве всем надо уезжать? Нет, совсем нет. Но раз ты осталась, значит, у тебя есть на то причины. Значит, есть. А в чем дело? Я слышал, отец тебя не пускает. Это правда? Или что тебя держит? Вам не интересно. И все же, в чем дело? Что с тобой? Ну, если это тайна, я не спрашиваю. Это тайна? Все у тебя на лице написано. Все твои тайны. Ты уехала, потому что влюбилась. Разве нет? А в кого, интересно? Не скажешь? Ну еще бы. Глянула бы ты на себя со стороны. Ах, Валентина, грустно мне на тебя смотреть. Грустно, потому что меня уже никогда не полюбит такая девушка, как ты. Неправда. Что неправда? Кто ж, интересно, может на меня позариться? Что-то не вижу я желающих. Может, ты кого знаешь? Все знают, кроме вас. Вот как? Вы один здесь такой. Ничего не видите. Вы слепой. Слепой. Ясно вам? Можно ли было нам, артистам, это сказать? Да. Гениальные артисты это сыграют, но я не гений. Возможно, я даже не шибко талантлива. Я еще только учусь, стремлюсь. И чтобы не врать и не имитировать жизнь, ведь имитация жизни — это смерть, это пластик. Поэтому мы придумали такую мизансцену, где наши тела сыграли все сами. Текст, где мы ничего не играли, прозвучал. Возможно, это помогло вам увидеть настоящую жизнь. Вы сами ее создали, дорежиссировали. Ваш внутренний кинематограф нарисовал все сам. И наша задача была просто не мешать. Все до этого лишь объяснение, подготовка, чтобы вы поняли. Нет, не поняли, ощутили. Артист в театре молится не один вместе с драматургом. У него есть пьеса, не пьеса, молитва слов. У нас есть пьеса «Вампилов» прошлым летом в Чулимске.
Мы не будем рассказывать всю пьесу. Есть другие режиссеры, они, наверное, расскажут про каждого персонажа. Мы оставляем только двоих, только двое. Самых главных, два героя. Они для нас самые интересные. Изначально пьеса называлась «Валентина». Почему? Для чего автор ставит акцент именно на ней? Потому что она, потому что женщина, потому что природа, потому что родит, потому что через нее Шаманов станет героем, он увидит ее по-настоящему и станет. Она целый год в него влюблена. Она никуда не поехала, это есть в пьесе. Она осталась здесь, она ходила, беременная влюбленностью целый год и только сейчас может родить. Если плод не родится, он умрет внутри. Плод ее любви должен родиться прямо здесь, в палисаднике. Вместе их разговора, вместе их первой встречи. Настоящей встречи в палисаднике. Палисадник. Что есть палисадник в этой пьесе, в их отношениях, в их жизни? Может быть, палисадник — это просто палисадник, и это тоже. Это сад, да, просто сад, не просто. Это потерянный рай, это Эдем, это надежда туда вернуться. Это вера в лучшее, любовь к людям, мечта. Но ведь все ходят насквозь, все ломают, топчут, вытаптывают. Нет, не все. Он обходит. Да, он говорит, бесполезно, напрасный труд, но обходит. Значит, он понимает ее. Значит, он из того же теста, они созданы друг для друга. Да, они еще чужие, пока чужие, но он обходит. Это пароль, это испытание, и он его прошел, он ее услышал и увидел. Это позывной, свой-чужой, свой-свой. Он обходит, он понимает. Значит, свой. Свой. Стать героем. Герой. Ой, кто герой? Геракл, Ахиллес, Персей, Тесей, Одиссей, герой? Да, несомненно. А Шаманов герой? Да, потому что именно он выбрал судьбою. Именно он тот, кому предстоит родиться. Именно он, кому предстоит ответить, увидеть любовь. Увидеть любовь. У моего героя есть фраза. В пьесе есть фраза. Увидел тебя впервые. Немного расскажу про него. Он уже год живет в этой деревне. Он приехал из города, он прекрасный специалист, следователь. Ему пророчили большую карьеру. Вел дело, где ему не дали засудить какого-то сына чиновника. Он перестал бороться, спрятался, надломился, но не сломался. Когда он встречает Валентину, тогда он видит ее. У него есть фраза: «Смотрю на тебя целый год, но только сейчас увидел впервые». Что это значит? Что это значит? Она, беременная своей любовью, носит любовь к нему. Он увидел эту любовь, он ответил на вызов. Дальше он говорит: «Я увидел тебя впервые». Как это можно увидеть впервые? Он же смотрел на нее целый год. Но только сейчас увидел. Впервые он увидел с новым зрением. Он увидел зрением героя. Увидел зрением прозревшего. Прозрев. Мы говорим про зрение. Про другое зрение, божественное зрение, он увидел как мужчина, увидел как Адам увидел Еву, увидел теми глазами, которыми создал Бог. Каким создал его Бог, чтобы увидеть ее такой, какая она есть, какой ее создал Бог. Здесь впервые случилось это. И вот, когда он ее увидел ее божественными глазами, такой, какой ее создал Бог, тогда игра судьбы. Тогда все свершилось, они стали героями, они должны пройти эту инициацию, это испытание, которое ждет их впереди. Жанр пьесы – драма. Именно этот жанр определяет то, что уготовила для них судьба, от которой они не смогут уйти. В пьесе очень много подсказок. Он Шаманов. Шаман. Вампилов неспроста называет его Шаманов. Потому что шаманом стать непросто, только выжив на ответ испытания судьбы, или так, или не стать шаманом. Так вот, Шаманов именно сейчас стоит перед этим выбором. Как ему стать героем? Героем или умереть, надломиться, сломаться до конца? Он встречает ее, он уже
не может стать другим, он уже не может вернуться назад, стать простым человеком. Самая частая фраза, которую он говорит в этой пьесе: «Я хочу на пенсию, я хочу на пенсию». Это тот вчерашний шаман, который не видел ее, Валентину, все. С этого момента, с этого мгновения он другой шаман. Он шаман, именно шаман. Но судьба приготовила для них то, что в этой пьесе называется жанром. И это подсказка от Вампилова. Есть две деревни, потеряя их и ключи. Каким путем пойдут они, потеряют свое счастье или найдут? Это будет дальше у других режиссеров. Но это важно. Это все подсказки. Мы не знаем, как ее сыграть. Пока не знаем. Это только эскиз, но мы вам о ней расскажем. Сема, тащи канистру. Итак, множество актеров, монтировщиков и помощников, или только два артиста, берут канистры и бегают по залу, разливая их повсюду. Артист, который открылся для гения, и гений к нему сошел, который молился о нем, имитировал жизнь, и обезумевший артист с канистрой, бегающий по залу. Безумие гений всегда блестит. Он прибегает. Он льет бензин на провода, ему не важно, он уже не боится электричества. Он льет на сиденье, он не боится администратора, не боится на директора, который смотрит. Он не помнит прошлого, не думает о будущем. Он здесь и сейчас.
потому что именно сейчас, может быть, впервые гений его посетил. Он не думает об ответственности, потому что на нем другая ответственность. Ответственность судьбы, ответственность героя. Какие кресла, какое электричество. Он хочет показать вам то, из чего состоит жизнь. То, из чего состоит судьба героя. Это огонь. Огонь, из которого перерождается феникс. Этим огнем пылают он и она. В огне гибнет все прошлое человеческое. Потому что когда двое встретились, у них нет прошлого. Потому что только в горниле рождается самое настоящее. У них есть настоящее и, возможно, будущее. Но жанр пьесы подскажет, какое у них будущее. Артисты все заливают бензином. Канистра пустая. Семен подходит. Семен подходит. Ставит пустую канистру. Артисты смотрят друг на друга. Достают из кармана спичечный коробок. Поджигают, бросают в зрительный зал, смотрят.